Коллеги, всем здравствуйте, рассаживаемся. Вот такая тишина, она и у российского Министерства финансов в ожидании ВСМ. Последний вопрос будет, какой она будет, та самая высокоскоростная магистраль. Вы знаете, когда я готовилась к этой сессии, мне очень хотелось обратиться к словам классика по поводу того, кто же не любит быстрой езды, и что-то еще вспомнить, но сейчас меня удивил наш зал. Я очень рада видеть вот этих молодых ребят, студентов, потому что я очень надеюсь, что когда-то вы поедете по ВСМ в России. Потому что ехать быстро, да правда, очень круто. И очень хочется, что если вы пользовались ВСМ где-нибудь в Европе, а может быть, кто-то из вас был в Китае, вы ощутили на себе, как это здорово, действительно, в течение дня не просто съездить на работу, а что-то, правда, посмотреть, насладиться, впитать в себя эту информацию, вернуться назад. Это, правда, красивые пейзажи, и вот это все на скорость, это очень здорово. Спасибо вам, даже если вас загнали сюда. Спасибо, что вы все пришли. Коллеги, итак, сегодня мы на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Задачка не из простых. Что называется, нам карты в руки. Накануне на форуме ВТБ глава государства Владимир Путин сделал ряд заявлений по ВСМ. Вот что для себя вычленилось всего этого? Что ВСМ, надо подумать, мы хотим скоростные или высокоскоростные магистрали, было заявление. Надо посчитать, но это заявление у нас уже много-много лет, если не десятилетий, мы все считаем. А когда же это будет? Вот давайте попробуем сегодня разобраться, только ли цифры являются причиной того, что мы до сих пор быстро не едем, как другие. Гости нашей сегодня дискуссии, всех представлю и начинаем. Это Владимир Косой, президент Цадимир. Это Антон Кочелаев. Спасибо. Да, спасибо, коллеги, что аплодируете. Это Антон Кочелаев, главный продюсер проекта «Россия в движении» радиопрограммы из Зайцевского дома «Комсомольская правда». Антон. Также с нами Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования. В дискуссии примет участие Александр Мачевский, старший вице-президент Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Татьяна Задирак, исполнительный директор Фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор». Также с нами Дарья Топильская, директор Департамента коммуникации и информационной политики «Локотех». И как раз-таки о кадровом потенциале, о студентах поговорим с Олегом Покусаевым. Это начальник управления по новым продуктам и технологиям «РУТМИИД». Итак, друзья, ну раз мы каждый год считаем и считаем, наверное, стоит обратиться к цифрам. Цифры всегда очень важны. Мы говорим сегодня о ВСМ, стоимость которой примерно по оценкам экспертов и тех, кто будут это реализовывать, да, и финансистов, составляет 1,5 триллиона рублей. Напомню, что ВСМ Москва-Казань оценивался в 1,7 триллиона рублей. У меня первый вопрос к Владимиру Косому. Владимир, как вы считаете, вот мы всякий раз говорим о том, что вот дорого, нет денег. Почему на другие социальные инфраструктурные проекты есть деньги, а на ВСМ уже которые десятилетия денег нет? Ну, вы знаете, я бы так однозначно не оценивал эту ситуацию. Дело в том, что у нас не только на ВСМ, как показывает опыт, нету денег. И всегда в конечном счете вопрос следующий. В работу идут те проекты, которые мы сумели довести в стране до стадии проектирования. И если у нас есть ПСД, в конечном счете у нас есть шанс пойти в стройку. Если мы не в состоянии дойти до стадии ПСД, проектно-сметной документации, то, соответственно, проект вряд ли и начнет работать. Поэтому, говоря о скоростном, прежде всего, и о высокоскоростном движении, я бы не оценивал так все пессимистично, потому что, тем не менее, несмотря на все проблемы, мы движемся и достаточно быстро в части развития скоростного железнодорожного движения, и гораздо медленнее, но движемся в части высокоскоростного движения. Это, в частности, окончание работы над проектно-сметной документацией, связанной со строительством трассы, о которой мы сейчас стали меньше говорить. Я имею в виду Москва, Нижний Новгород, Казань. Но, тем не менее, работа-то идет, она не стоит. А по ВСМ Москва-Санкт-Петербург, какие сегодня последние расчеты? Может быть, опять пассажиропоток есть, да, понимание, каким он будет, эффективность некая, потому что, опять же, накануне президентом было заявлено, что надо понимать, чтобы была в среднесрочной перспективе некая отдача. Вот о какой отдаче мы говорим? Это же некий социальный эффект. Здесь больше работает не то, что мы создаем новую транспортную услугу, а мы создаем то, что соединяет действительно некие агломерации и позволяет человеку, пассажиру, путешествовать, работать, развиваться, учиться.
Что касается Москва-Санкт-Петербург, здесь я не вижу никаких противоречий. Это, если мы говорим сегодня о планах РЖД, у нас есть программа развития скоростного, высокоскоростного движения. В этой программе у нас предусмотрено в России 3 ВСН. И поэтому то, что параллельно с работой над Москва-Нижний Новгород, Казань ведутся работы над проектом Москва-Санкт-Петербург, здесь нет никакого противоречия. Другой вопрос, что может быть лучше закончить сначала один проект, вообще, если об этом говорить, меня несколько пугает количество инициатив в части развития высокоскоростного транспорта, потому что нам скорее надо доводить те проекты, которые начаты, нежели пытаться генерить новые. Значит, по Москве-Санкт-Петербургу. Это одно из ключевых направлений транспортных связей в нашей стране. И здесь, безусловно, все знали и раньше о том, что пассажиропоток на этом направлении достаточный. Тем более у нас работает Сапсан, и все видят эффект работы этого Сапсана, и все понимают, что ограничением в количестве перевозок Сапсана является абсолютно не то, что нету пассажиропотока, а ограничителем здесь является отсутствие достаточной инфраструктуры для того, чтобы в тактовом режиме обеспечить регулярное движение Сапсана в течение дня. У нас есть очень серьезное инфраструктурное ограничение. Именно с этим связан вопрос, поставленный о строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Владимир, спасибо большое. Мы будем, коллеги, в разброс, это будет живая дискуссия, всегда отстаиваю это правило, поэтому вопрос и ответ. Антон, СМИ, четвертая власть. Это давно известно и понятно, но у нас как-то все всегда вот свой путь и все наоборот. Нет ли сегодня у вас ощущения, как у журналиста, что все-таки проблема в том, что мы, журналисты, неправильно, не точно, как-то не так рассказываем о реалиях и о тех социальных эффектах, которые дает ВСМ. Что мы сегодня отталкиваемся и от той вот неподвижности тех, кто это будут реализовывать, да, потому что всякий раз упираемся, вот, как сказал Владимир, да, в отсутствие инфраструктуры. Кто-то говорит об отсутствии тех или иных компетенций, кто-то начинает говорить, что а где мы будем подвижный состав производить, а может быть лучше его закупать у тех же китайцев. Кадровый потенциал, опять же. Здесь роль СМИ, она в чем? И нормально ли сегодня СМИ выполняют эту функцию по просвещению населения о роли и значении высокоскоростных магистралей в Российской Федерации? Спасибо большое, коллеги. На самом деле есть ощущение, что СМИ сейчас вообще об этом не говорят. Потому что пока проект не начался, собственно, есть целая куча других поводов, которые многим, в том числе и нам, журналистам, зачастую ошибочно кажутся более, скажем, более важными, что ли. Конечно, это не так. И вот есть такая максима, да, согласно которой СМИ должны формировать повестку. Мы, СМИ, к сожалению, доигрались, в кавычках, до того, что повестку начинают формировать общество, у которого, аудитория наша, у которой есть запрос на позитивные изменения, есть запрос на позитивные новости. И вот мы по опыту нашего освещения другого крупного, крупнейшего на сегодняшний момент инфраструктурного проекта, как нам кажется, успели эту волну поймать, и стараемся, в общем, с нее не свалиться, потому что волна поднимается нешуточная. То есть есть какой-то проект, освещением которого вы занимались, и вы видите обратную реакцию тех, кто читает «Комсомолку» сегодня? Да. Не только читает, но и слушает, и следит в интернете, и следит в социальных сетях. «Комсомолка» большая, проект тоже большой. Вот прозвучала оценка стоимости проекта ВСМ «Москва-Санкт-Петербург». Участвуем в реализации, в освещении реализации проекта, который стоит, ну, как минимум 4 триллиона рублей. Это национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Тоже было очень много сомнений, в том числе и у нас, а будут ли нас слушать? Будут ли люди звонить в эфир и задавать гостям вопросы, а гости у нас там на уровне министров, на уровне вице-премьеров, на уровне глав регионов и руководителей многих важных транспортных организаций. Как оказалось, мы сомневались зря, потому что сейчас, что называется, нет отбоя от людей, которые хотят задать вопрос, потому что нацпроект, ну вот он в этом году превратился в национальный, год назад он был приоритетным и реализовывался, скажем так, местами,
в нескольких десятках агломераций городских. Так вот, сейчас людям действительно очень важно, что происходит. Люди действительно хотят знать, а почему выбрали вот этот участок дороги, а не тот, например, к которому ближе живут они. И задача СМИ в данной ситуации, во-первых, максимально объективно дать информацию о том, что происходит, ну, в данном случае с дорогами. И, во-вторых, сделать это как можно быстрее, потому что там, где нет четкой объективной информации, которая комментируется профессионалами от отрасли, там сразу появляется целая куча домыслов, куча фейков, которые потом, пройдя через соцсети, через вот эту вот мясорубку, превращаются в непонятно что, вопросы зачастую странные, на которые потом приходится отвечать, ну, я не знаю, ну, президенту на прямой линии, не меньше, разъясняя, что на самом деле происходит. То есть я правильно вас понимаю, что вот вы заявили о максимальной объективности. Почему ВСМ массово не освещается СМИ? Потому что нет сегодня четкого понимания и нет тех самых лиц, которые готовы были бы откровенно и с пониманием отвечать на вопросы по высокоскоростной магистрали. В этом проблематика? В том числе, да, в том числе. Потому что, вот, опять же, по нашему опыту работы с высокоскоростной магистралью Москва-Казань, мы писали достаточно большое количество материалов, и наши читатели в комментариях задавали вопрос, а почему вот мы переходим на BIM-технологии, да, почему мы берем технологию безбалластного пути китайскую, а не какую-нибудь там европейскую, или не в России, например, ее создаем и так далее. Вот этих вопросов очень много, на них есть совершенно четкие ответы, потому что все-таки решения, которые принимаются, они принимаются профессионалами и во благо страны. И надо просто людям это объяснить, да. Мой последний вопрос. Антон, вот вы сказали про первое лицо, ведь действительно очень часто Владимир Путин и точка, кстати, по Москва такая, ну запятая, окей, Москва-Казань, да, она была поставлена именно после его заявления, да, все вот продолжают думать и считать, расчет на эти позиции выставлять. Есть ли сегодня понимание у вас, у издательского дома, что все-таки АВСМ стоит писать, и вы как бы нащупываете неким образом, может быть, зондируете эту почву, чтобы понять, кто и когда сможет об этом говорить? Потому что время идет, а мы еще не едем со скоростью высокоскоростных магистралей. Ну, на самом деле, у нас, мы в данном случае, может быть, не совсем даже подходящий адреса для этого вопроса, потому что мы уже пишем о ВСМ. Извините, вы пишете о ВСМ. Извините, Антон, вы пишете о ВСМ. Обратные реакции есть в социальных сетях? Конечно, конечно. Когда мы показали в нашем, ну, например, в нашем большом лонгриде, посвященном тому, какой будет ВСМ, Москва-Казань, я имею в виду, когда мы показали макеты всех станций, новых станций, когда мы показали то, как будут выглядеть новые микрорайоны, нам, что называется, ну, выражаясь языком технологии прошлого века, нам телефоны оборвали. Ну, там оборвали соцсети, оборвали комментарии на сайте, в хорошем смысле слова. Вот, людям это действительно очень интересно. Люди почему хотят, вы не продолжили тогда? Почему нет проекта, как по автомобильным дорогам тогда? Если люди обрывали линии, если людям надо знать, они хотят это знать. Нет, пока нет главного, нет реализации проекта. Как только начнется реализация проекта, я вас уверяю, будут и проекты по освещению этого в СМИ. Хорошо, спасибо, Антон. Алексей, смотрите, я хочу по социальным ожиданиям вас спросить. Антон сейчас сказал, что, значит, есть запрос, у людей много вопросов, какой будет ВСМ, там, какие будут технологические решения, как вы считаете? Вот социальные ожидания, они сегодня на каком уровне? Они высокие, они как бы вот такие неясные и расплывчатые просто потому, что не ясна сама позиция. Опять же, мы СМИ неверно это доносим. В чем проблематика? И все-таки социум, он сегодня готов ехать быстро, понимая, что он за это заплатит чуть дороже, чем на скоростном поезде или на обычном. Да, добрый день, друзья. Вы знаете, вот если смотреть на население, ну и пытаться как-то обобщить его позиции, что мы, социологи, собственно, делаем, ну, мы видим здесь два таких немного противоречивых момента. Первое, ну, людям нужен тот самый пресловутый образ будущего, про который все говорят, вот. Причем не какой-то там такой абстрактный, а насыщенный конкретными проектами, конкретными решениями и так далее. И, безусловно, ВСМ в структуру этого образа будущего могут войти. Тем более они создают некий такой, ну, национальный дискомфорт. У китайцев есть, в Европе есть,
развитие сумасшедшее, в общем-то, а мы здесь какие-то аутсайдеры. То есть создается некая даже национальная травма по этому поводу. А с другой стороны, вот второй полюс, если отвечать на этот вопрос, люди не верят совершенно, люди устали от некой риторики. То есть запрос на образ будущего есть, но если это будущее рисовать какими-то проектами, которые не структурированы в настоящем, не опираются на то, что можно прочесть сегодня, то это все такой белый шум, в общем-то. О нем можно написать сколько угодно, вопрос, будет ли это прочитано. Это, скорее всего, проскочит как незначащая информация. Алексей, ну подождите, вот мы посмотрели замечательный ролик, как это все быстро едет. Антон сейчас рассказал, что они представляли своей аудитории некие красивые истории о том, да, картинку, что есть некие станции. Это же все очень красиво, то есть это все визуализировано. А сегодня те, кто потребляют эту информацию в интернете, они же загораются этой картинкой. Это вся та молодежь, я думаю, которая здесь у нас сидит. Почему тогда такие социальные ожидания? Почему устали? Это одна из топовых новостей последнего времени, потому что везде либо Путин, либо господин Акимов, кто-то что-то про ВСМ говорит. Но нет, если я правильно услышал, в общем-то, здесь еще акустика не очень хорошая. Вот эта тема звучит, да, она может как бы поддерживаться на уровне, еще раз говорю, некого разговора. Мы часто смотрим на какие-то промежуточные эффекты, вот говорят об этом. Говорят, это одна история, слышат ли, влияет ли это реально на настроение, на какое-то там реальное представление о будущем. Я здесь относительно скептик, в общем-то, потому что считаю, что население, еще раз говорю, оно устало от риторики, ей нужны какие-то конкретные факты. Вот их на самом деле не хватает, здесь определенный дефицит есть. Но я бы что здесь хотел бы как бы по-другому вывернуть разговор. Мы вообще напрасно население превращаем в экспертов. Вот мы спрашиваем, вам нравится скоростные магистрали? Ну, конечно, 90%, да 100% скажут, что нравится. Да почему бы им не нравится? Ну, так человека на улице останови, спроси. Ну, разумеется, он согласится. Но мы этим самым делаем одну такую, ну, не очень хорошую операцию с населением. Мы пытаемся поймать его на случайные эмоции, вот, и в отношении какого-то серьезного проекта. Я бы поэтому смотрел бы немного по-другому на эту историю. Вот не с позиции настоящего, а с позиции тех трендов, того, что происходит с населением, с городами, с обществом в некой перспективе. То есть оценивать проективно эти проекты. Вот как они будут смотреться, когда они наконец заработают. Ну вот я на одном примере приведу. Вот города. Мы сейчас города понимаем как некие такие замкнутые сущности, кружочки на карте. За исключением, ну, московской агломерации, у которой нет границы, наверное, их невозможно провести в принципе, как таковых. Все остальное – это, ну, относительно замкнутые все-таки сущности, связанные с какими-то пригородами и так далее. Будет ли через 10, через 20 лет город таким? Ну, скорее всего, не будет. Скорее всего, город будет не статичной локальной зоной, а некой паутиной связей, траекторий, которые будут объединять различные агломерации в суперагломерации, связи между ними и так далее. И вот тогда, вот в этой логике уже, собственно, эта картина по-другому смотрится. Может быть, локальным территориям это не очень надо, но вот когда мы посмотрим на то, как меняется вообще урбанистика в целом, да, тогда ВСМ становится не просто там желательным аргументом, а необходимым аргументом. Ну, то есть, безусловно, необходимым в новой парадигме городов. А второй момент. Мы, конечно, видим, что население становится более мобильным. А мобильность будет возрастать. Вот мы должны понимать, в каком направлении эта мобильность возрастает. А это не обязательно деловая мобильность. Деловая мобильность, скорее всего, будет даже уменьшаться за счет цифровых технологий. То есть люди будут меньше перемещаться по делам бизнеса, потому что, ну, собственно, цифровые технологии будут давать им достаточно высокий эффект присутствия. Но будет возрастать другого рода мобильность. Мобильность, связанная с экономикой впечатлений. И вот здесь вот как будут работать эти ВСМ. В общем, здесь много вопросов, связанных с будущим. Опять же, мы понимаем, что на первом этапе ВСМ это скорее угроза территориям, потому что они усилят маятниковую эмиграцию, и начнется опять перетекание человеческого капитала в крупные центры. Что... Да, ведь это может произойти, действительно. Они с еще большей скоростью будут просто уезжать. Да, это на первом этапе это безусловный риск. Мы здесь его должны тоже оценивать. И там, где появились уже более скоростные, вот Иваново я возьму, там открыли более скоростное сообщение. Мы беседовали с представителями администрации города и так далее, ну, региона. Они говорят, что, ну, что мы получили? Мы в первую очередь получили еще большую маятниковую миграцию в сторону Москвы. Это эффекты первого порядка. Но потом будут эффекты второго порядка, которые, когда нагрузка, которую испытывает человек внутри мегаполисов, будет усиливаться, усталость от крупных городов. И уже в России проявится тот тренд, который существует в
Но в западных странах, например, оттока населения в малые территории. Но им тогда нужна будет инфраструктура, которая позволяет в случае необходимости достаточно быстро попасть в крупный город, потому что здесь театры, развлечения, хабы транспортные и так далее. И вот это тоже новое направление для ВСМ. Вот мы, мне кажется, должны не с позиции настоящего, скорее, эту историю оценить, потому что настоящим, еще раз говорю, население не эксперт, а с позицией той картины будущего, которая у нас формируется. Спасибо, Алексей. Александр, итак, население не эксперт. Есть противоречия и разница позиций в правительственных блоках. ВБРФ как относится к проекту ВСМ? И считаете ли вы, что масштабировать этот проект надо? Не просто строить какую-то одну линию, да, а вот как сегодня обсуждается даже это некая триада линий. И здесь что все-таки важнее? Некие социальные эффекты, которые появятся потом? Или важно, сколько мы в это вложим и сколько потом получим? Окупится ли этот инфраструктурный масштабный проект? Ну, я не хотел бы говорить за ВБРФ. Я бы, скорее всего, здесь выступаю как эксперт. Но когда вы входите в какой-то большой проект, вы входите в большую повестку. И как только вы входите в большую повестку, вы становитесь целью. Вот коллега говорил здесь, что, наверное, сейчас не особо большое внимание уделяется ВСМу. Да? Это идет некими вспышками, как топовая новость, потом это все затихает. Может быть, и к лучшему. Потому что большая повестка всегда вызывает большую критику. Люди действительно, вот опять же коллега говорил о том, что остановить 90% скажут, что это нужно. Но именно эти 10%, которые скажут, что это не нужно, зачем вы туда тратитесь и что это, к чему это приведет, именно они наиболее вокальные, они больше слышимы во всей вот этой повестке, в том числе и нашими коллегами-журналистами. Когда мы идем в большую повестку, ведь мы проходили это уже все. Мы проходили Дальний Восток, когда нам говорили, почему вы не развиваете Дальний Восток. Да, почему у нас жители там, Владивостока говорят, вы там в России. Да? Как только мы начали развивать Дальний Восток, отстраивать Владивосток, все начали говорить, зачем вы туда тратите деньги. А почему вы это строите, а вы все это украдете, а все это развалится. И все это. Так же и будет вокруг ВСМа. Но самое главное, что... вы знаете, сейчас очень много существует новых медиа, новых СМИ. Но никто никогда не отменял обычное живое общение с журналистами. Как только вы начинаете объяснять и вести кампанию по поводу объяснения того, что вы делаете, то у вас начинает меняться вся информационная картина. Вы знаете, я помню, когда... Вы всегда должны быть готовы к следующему. Я помню, когда строился мост «Золотой Рог» в Владивостоке. И когда действительно надо было для того, чтобы попасть на Чуркин, объезжать 1.5-2 часа стоять в пробках, для того, чтобы попасть на другой берег. И когда начали строить мост, то началась критика. Зачем вы строите? Это все это неправда. Сначала началось так. Вы никогда не построите. Потом, когда начали строить, начали спрашивать. Да нет, это они сейчас вот здесь Потемкинскую деревню делают. Еще разворуют и дальше, да. Поехали дальше. Как только началось уже действительно ставятся опоры, сейчас все украдут, ничего не достроят, будет долгострой. Потом, когда началось соединяться, все начали ждать, когда же, наконец, мост рухнет. И в какой-то момент мост был пожар. И горел мост, он горел ночью, и на самом деле мост не горел, потому что мост из бетона и металла, он гореть так по себе не может. Горели деревянные подпорки, был такой локальный пожар. Но сколько радости было в голосе у журналистов, ну мы же говорили вам, ну вот-вот горит, вот сейчас он все. И когда на следующий день пожар локализовали, и оказалось, что мост вообще не тронут пожаром, то не было ни одного звонка журналиста. И практически, когда один журналист позвонил и начал задавать другой, я говорю, почему про мост не спрашиваешь? То реакция была такая, Александр, уйди, старуха, я в печали. Это хорошая история, но все-таки будем честны, что, например, про Deutsche Bahn, только лениво, наверное. В СМИ очень много в Германии критики относительно Deutsche Bahn, например, да? И я немножко хотела по-другому вывести. Смотрите, мост на Сахалин, мост Владивосток, Крымский мост, ведь везде еще большая политика, помимо большой экономики. Можно ли здесь говорить, что все-таки есть, нет понимания на высшем уровне, в разных сферах, того, что нам это нужно. Если встает вопрос, а что нам нужно сегодня, мы до сих пор к 2019 году не поняли, скоростные или высокоскоростные магистрали. В том-то задача, чтобы объяснить не там наверху, потому что там наверху все это прекрасно понимают. Там есть четкое понимание, зачем нам нужны скоростные дороги. Вопрос есть в том, чтобы объяснить это обществу и гражданину. И понимаете, вот, например, как было с МЦК. У вас этот проект никогда не окупится. И вот так же с ВСМ. У вас никогда не окупится этот проект. Разве задача ВСМ окупиться? Вот у меня вопрос, да, здесь разве экономический значит, подтекст? Вы должны пойти к обществу, вы должны пойти в СМИ и объяснить следующую вещь.
то есть сместить акцент. Ведь главная задача любой коммуникационной группы – это не объяснить, не только объяснить и проинформировать, а проинтерпретировать. Поставить важные маркеры и акценты на том, что эта задача совершенно другая. Не окупить, а создать целую среду, создать целую миссию, потому что вокруг железной дороги формируется новая жизнь, формируются населенные пункты, формируется качество жизни. Например, когда делалось МЦК, это новые рабочие места, это создание малого бизнеса на станциях, это благоустройство территорий, это разгрузка, это раз, два, три. Ты начинаешь объяснять это СМИ, ты начинаешь объяснять это экспертам, и люди действительно начинают понимать. Максимум они начинают об этом писать. Минимум они, по крайней мере, не будут ставить негативные акценты. Негативные акценты в СМИ смещают разве позицию тех, кто уже решили быть этому проекту или нет? Нет. Ведь если та самая аудитория не является здесь критерием, они не профессионалы. И, конечно, если спросить любого из нас, хочет ли он ехать быстро на поезде, он скажет, конечно, я хочу. Когда вы входите в большой проект, то каждая структура государственная и каждый руководитель коммуникационной группы в этой структуре должен принять для себя решение. Я вот очень люблю эту фразу. Вы должны не просто принять решение, вы должны убить идею, уничтожить идею, что вы слабы. Потому что как только вы возглавляете информационный процесс, вы начинаете объяснять, ходить от двери к двери, вы начинаете звонить всем СМИ, отвечать на каждый звонок, объяснять, вы возглавляете этот процесс. Вы начинаете действительно ставить акцент, и люди начинают понимать, у вас всегда будет негатив по отношению к большим проектам. Но вопрос есть в том, будет ли там позитив. Вы никогда не сможете бороться с негативом. Вы только можете нарабатывать позитивную повестку. Вот только так вы убьете негатив. Тогда уточнение. Выход какой? Просто начать строить? Уже и перестать эту дискуссию? Нет. Дискуссия будет идти, хотите вы это или нет. Вам надо начать строить и не зависеть от виртуального мира, который существует. Вы должны просто идти и объяснять людям. Потому что очень часто, знаете, когда начинается какой-то большой проект, начинается очень большая дискуссия. И очень часто она носит виртуальный характер, где цифры, факты, аргументы не имеют никакого значения. И очень часто действительно люди поддаются вот этой истории, которая, знаете, как это я называю поколение Фейсбука. Когда люди живут в Фейсбуке, и им там у них как все рухнет. Да. Все. Потом бух, выключаешь Фейсбук, идешь в реальную жизнь, строятся мосты, строятся дороги, вокруг них возникает жизнь. Это вот такая вот история, она всегда будет. Поэтому, знаете, как говорится, не надо сидеть на месте. Любой коммуникационной группе большого проекта, включая вот ВСМ, нужно идти, объяснять. И, кстати говоря, между прочим, к ВСМу нет негатива. Это мистика. Просто есть определенные точки, с которыми нужно работать, и нужно идти с проектом дальше. Спасибо, Александр. Дарья. Прозвучала фраза «надо просто начать строить». У меня вопрос к вам, как представитель Локотеха. А сегодня вообще в России есть те, кто могут ВСМ построить? И есть ли сегодня те технологии, которые позволят нам мчаться с той самой скоростью высокоскоростных магистралей? А если нет, то откуда будем экспортировать? Китайская Народная Республика, европейцы? Кто нам могут здесь помочь? Ну, вопрос, наверное, немного не по адресу, поскольку Локотех – это не строительная группа, да, мы сервисная локомотиво-ремонтная компания. Мы скорее те, кто будет обслуживать Пожалуйста, давайте транспорт. Про обслуживание. Да, готовы ли сегодня, если тогда технологии немножко переформатируем для того, чтобы, собственно, поддерживать эту высокоскоростную магистраль и те технологии, которые будут в нее вшиты? Самое важное, мне кажется, сейчас даже говорить не столько про технологии, сколько про тех людей, которые будут в этом про кадровый потенциал. Потому что в любом случае, прежде всего, это люди, это рабочие руки, это кадровый состав, который необходимо собирать, удерживать. И высокоскоростные магистрали, как любой глобальный инфраструктурный проект, как вообще любая большая стройка, он вносит большое количество негатива, напряжения, тревоги именно у тех, кто так или иначе связан там, по долгу службы с этими проектами. И особенно у тех, кто работает руками, да, но кто не принимает решений. То есть непосредственно исполнители, люди, которые стоят у станка. И мне кажется, что здесь самый важный аспект, о котором нужно рассуждать, это как этих людей, как снизить уровень тревоги, не допустить ее роста, как этих людей собрать воедино, удержать, как их вовлечь в эту историю. Да, уровень вовлеченности – это тоже важный показатель для любого работодателя. И здесь, конечно, вот у нас в названии сессии есть слово «социальные аспекты». Вот именно социальные проекты могут очень здорово работать в плюс –
Я могу немного поделиться нашим каким-то опытом, поскольку компания «Локотек» в свое время пережила действительно серьезные организационные изменения, не такие глобальные, как строительство высокоскоростной магистрали, но тем не менее это была история про реформу российских железных дорог, про перевод сервисных подразделений на аутсорсинг, и мы столкнулись с большим количеством с большой эмоциональной реакцией людей. И, в общем, проделали огромную работу, чтобы сохранить кадровый потенциал отрасли. И здесь самый важный аспект и самый важный момент, не знаю, там слоган и девиз, который мы должны написать на стене, перед глазами, на рабочем столе, в смартфоне, везде, с людьми надо разговаривать. Вот я абсолютно согласна с Александром Мачевским, это ключевой момент. У нас в момент перехода на полный сервис, в момент перехода на аутсорсинг была очень негативная реакция, в том числе в социальных сетях, от наших работников, от персонала. Это был такой довольно сильный, мощный поток вопросов, комментариев, замечаний. И мы эту проблему решали не тем, чтобы вложить какое-то количество денег, сил и средств в управление интернет-коммуникациями, там, в работе с отзывами, а прежде всего во внутреннюю работу, в построение системы. То есть, чтобы наладить коммуникацию с ними, с этими работниками, которые недовольны. Конечно. То есть, люди идут в интернет, задают свои вопросы, когда они не могут получить вопросы на рабочем месте. Да? Тогда это уже крик в пустоту, крик в общество. Ну, помогите, ответьте хоть кто-нибудь. Поэтому прежде всего здесь очень важно выстроить внутреннюю систему коммуникации. У нас есть одна история, называется проект, всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям быть». Так вот, этот проект начинался 5 лет назад именно как корпоративный и именно как такой, знаете, как нематериальная мотивация и способ вовлечения людей. Для нас было важно, как для нового работодателя, показать работникам, что мы видим в них не просто рабочую функцию, а нам правда важно, что это за люди, чем они живут, что они думают, как они относятся к себе и к окружающим. И этот проект позволил нам узнать, что оказывается действительно очень много неравнодушных, оказывается действительно очень много тех, кто, выполнив свою работу и в конце рабочей смены, повесив спецодежду в шкафчик, он не идет домой там, лежать на диване у телевизора, а идет еще что-то делать, кому-то помогать, кого-то спасать. Это волонтеры, добровольцы, это доноры, это многодетные семьи, это реальные герои, которые с риском для жизни кого-то спасали. И таких людей огромное количество. Наш проект, он развивается уже 5 лет, он вышел за пределы компании, в нем участвует помимо «Локотех» уже большое количество разных предприятий, не только транспортного машиностроения, а вообще транспортной железнодорожной отрасли. Но это хорошая история, которая помогает людям узнать друг друга и стать ближе. И позволяет нам в том числе поддерживать достаточно высокий уровень вовлеченности персонала, мы ежегодно его замеряем, и сохранять коллектив. Здесь важно еще отметить такой момент. Правильно говорит, опять-таки, коллеги сказали о том, что всегда найдется тот, кто недоволен. Всегда. Всегда найдется тот, кто будет против. Вот такая баба-яга, она есть в любом коллективе. И если уровень вовлеченности по социологическим исследованиям показывает 100% вовлеченность и удовлетворенность, значит, вам эти результаты нарисовали. Так не бывает. То есть у нас сейчас 73%, и это хороший уровень для предприятия нашего толка. То есть с этими людьми их никуда не денешь, от них невозможно ни избавиться, ни уговорить, ни убедить, но с ними все равно нужно продолжать работать и разговаривать. Спасибо огромное, Дарья. Татьяна, прозвучала фраза о волонтерах. Раз вы уж тут с нами, поясните, пожалуйста, вот был опыт чемпионата мира по футболу, в России была Олимпиада в Сочи, были другие крупные проекты, где волонтеры показали себя, и мы как-то научаемся через волонтерство работать. Могут ли волонтеры стать неким инструментом, неким подспорьем для реализации крупных инфраструктурных проектов? Может быть, есть какая-то мировая практика, где волонтеры, потому что мы сейчас говорили о кадровом потенциале, да, вот некой социальной адаптации, а волонтеры какую роль здесь могут сыграть в подобных масштабных проектах, важных для страны?
Я бы хотела сказать следующее. Хорошо вообще-то, что Дарья до меня выступала, потому что она проложила как бы мостик к нынешнему моему выступлению. Если мы говорим об удачных проектах инфраструктурных, давайте сначала определиться с дефинициями. Инфраструктурные проекты — это какие? Чемпионат мира, например, или Олимпийские игры. Либо это крупные инфраструктурные проекты компаний, например, РЖД, строительство МЦК. Так вот, волонтеры, конечно, могут принести огромную пользу в участии в больших инфраструктурных про государственных или государственных проектах. И чемпионат мира прошлого года показал очень хорошие результаты. Почему это важно для государства? И вообще зачем нужно организовывать прогосударственные проекты? Есть два основных направления. Направление номер один — это снижение бюджетной нагрузки. Соответственно, волонтеры, они получают какие-то плюшки, там, ну, там, футболки, благодарности, содержательную часть проведения времени, но это им не нужно платить зарплату. И вторая причина — это позитивная канализация социальных желаний жителей страны в том, чтобы принимать участие в какой-то повестке социальной. Да? То есть люди имманентно хотят помогать. Это нормально. И образец, пример, ну вот чем, он был очень хорош. Вы меня просили показать какие-то, рассказать о позитивных примерах. Я считаю, что идеальным участием, например, пожилых волонтеров РЖД, когда они помогали людям на железнодорожных станциях в Москве и делали ту вещь, которую они раньше делали как свою работу, это прекрасный образец сочетания, как это по-русски должны сказать, core mission компании, ну, то есть то, чем бизнес занимается, и проектами, дающим возможность реализовываться и помогать людям, тем, которые приехали на участие в чемпионате. Это идеальное совпадение, и это то, что крупные компании, ну, назовем их государственные монополии, им тяжело реализовывать. Да? Например, Аэрофлот, когда он делает такие проекты, он приглашает нас пожертвовать свои мили в пользу того или другого фонда. Ну, в частности, там «Подари жизнь». А открытки, которые сейчас в Сапсане продаются, это то, что помогает соединить основной бизнес компании с социальными проектами компании. И это очень важно, потому что КПД этого гораздо ближе. Да? И вы тоже меня просили рассказать о том, может ли корпорация вписаться со своими корпоративными волонтерами в государственные проекты. Отлично может вписаться. На каких условиях, подождите, вписалась, вот. А дальше что? Да, вот в моей презентации и было 4 ограничения. Что хочет, в принципе, бизнес от корпоративной программы благотворительной? Он хочет контролировать все. От начала и до конца. Почему? Потому что бизнес несет ответственность перед своими сотрудниками за качество продукта. А корпоративный волонтерский проект — это все-таки продукт, даже его, если называют «добрые дела», «помогаем» и так далее, что любят обычно использовать. А когда компания вписывается в чужой, более широкий проект, она теряет часть контроля. Она должна вписаться не в свою повестку, а в чужую повестку. Но повестку, которую Александр назвал большими программами. Да? В государственную повестку, неважно, это был ЧМ, это были Олимпийские игры, или это может быть какой угодно другой проект. Да? Дальше. Соответственно, снижается уровень контроля. И это говорит о том, что компания не может гарантировать на самом деле качество и должна очень серьезно следить за тем, чтобы качество и удовлетворенность сотрудников, которые пошли участвовать в волонтерских проектах, была высока. Почему это важно? Потому что самый худший вариант проведения корпоративных волонтерских программ или некорпоративных — это когда человек приезжает, а у него нет объема работы. То есть он стоит у двери, и он не знает, чем ему заняться. Это говорит о том, что человек больше никогда не пойдет участвовать в волонтерских проектах. Вторая история говорит о том, что этот человек еще и расскажет другим, вернувшись на работу, что плохо. Я не участвовала, это было плохо, и ты не ходи, участвуй. Подождите, назовите, не знаю, топ-3 реальных примеров вот этих корпоративных историй бизнеса и волонтеров, международной практики, может быть, которые работали, где человек не стоял, не зевал и не говорил потом, хорошо, как-то плохо. Хорошо, давайте я вам расскажу про русские проекты, да, не буду про международные, я лучше если бы про они урбанистику есть, давайте. Чего-нибудь сказала бы. Например, компания ОМК. Компания, у которых есть регион, ну, то есть это хорошо работает, когда компания укоренена в некие регионы. То есть, условно говоря, ОМК или Норильский никель, или Северсталь, у них есть регионы присутствия. Соответственно, первое, что компания реализует, это реализует корпоративные волонтерские проекты в регионах присутствия. Для таких компаний, как, например, Аэрофлот и РЖД, это невозможная повестка, потому что, по-моему, РЖД в 64, если я не ошибаюсь, регионах работает Российской Федерации, да? То есть, соответственно, это компания, которая работает везде, абсолютно покрывая всей своей сетью всю территорию.
территорию страны. Так вот, что делает, например, ОМК в корпоративных программах? Они выбрали несколько основных направлений. Это социальные лифты для своих сотрудников, это дети, это малообеспеченные семьи, это развитие городских пространств, да, как бы это ни казалось, потому что это ВИКС, и это не очень большой город, да, и это развитие социального предпринимательства. Если мы говорим о компании Норильский никель, тяжелые регионы, да, север России и так далее, что они делают? Они развивают городские пространства. И еще Норникель вбросил вообще в как бы публичный дискурс в области корпоративной социальной ответственности такое понятие, как счастье. Вообще не понимаю, как они это делают, но давайте посмотрим. Они оценивают счастье и уровень удовлетворения своих сотрудников участием в корпоративных волонтерских проектах и население городов, в которых у них есть заводы. Спасибо. Коллеги, слушая каждого из вас, у меня возник новый вопрос. Я хочу адресовать его сразу двум спикерам, это Владимиру и Александру. Владимир, если бы это была не прогосударственная история, если это была бы история бизнес-идеи, у бизнеса все очень четко, государству сложно расставаться с деньгами, при том, что напомним, что это деньги налогоплательщиков, наши с вами, вот в этом самом ФНБ и в других фондах лежат, в той кубышке, с которой будут, если будут, выделены средства на высокоскоростную магистраль. Итак, если это формат, например, концессии, ну, некое ГЧП, это быстрее поедет? Вы первый отвечаете. Ну, вы знаете, я бы сказал немножко по-другому. У нас как раз то, что мы постоянно пытаемся историю бюджетную превратить в концессионную, оно является тормозом для реализации тех или иных проектов. Еще замедлится, наоборот. Конечно, конечно. По той простой причине, что в мире нету ни одного примера строительства ВСМ на частные деньги. Такого не было. И с учетом того, что 30 стран эксплуатируют ВСМ, я сильно сомневаюсь, что Россия сумеет изобрести свой путь, когда деньги станут бесплатными. Я имею в виду деньги бизнеса. Поэтому, если говорить о том, как проект должен двигаться в соответствии с теми национальными проектами, с теми приоритетными проектами. То есть мы должны идти просто в соответствии с теми планами, которые разрабатываются. И, кстати говоря, Алексей Леонидович Кудрин вчера об этом именно и говорил, когда он упрекнул правительство в том, что в течение года правительство из-за постоянного усложнения процедур фактически изъяло из экономики государственные инвестиции. Это касается не только ВСМ. Это, к сожалению, проблема, которая накапливается последние несколько лет. Просто Кудрин уже не в правительстве сколько лет и может сейчас об этом говорить. Мы бы не знали, если бы в экономическом блоке как бы он рассуждал сейчас о ВСМ. Спасибо, Владимир. Александр, если бы одним из участников этого процесса, это большой стройки, был бы бизнес, это бы было лучше или все было бы ровно так же? Нет, есть разные бизнес-структуры, есть разные государственные структуры. Есть государственные структуры, которые работают очень быстро. И даже иногда побыстрее, чем некие бизнес-структуры. Но ГЧП подразумевает сложную процедуру. И всегда, когда вы делаете какой-то проект, вы должны понимать, что вы действуете во времени и пространстве. Люди хотят, чтобы это было прямо завтра. Например, когда вы делаете дорогу, вы ее сначала должны вскрыть, да? Вы должны вычистить все, что там было до этого внутри, да? Или как вот строили гостиницу «Россия», да? Допустим, ее снесли, да, и парк заряди строили, а там оказались археологические раскопки. Вот что вы с этим будете делать? С одной стороны, это ваша социальная ответственность, а с другой стороны, это необходимо быстро строить, потому что есть бизнес-условия. Поэтому здесь нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Спасибо. Вопрос Владимиру и Антону. Коллеги, по социуму, вот смотрите, было ли в вашей практике, Антон, тогда, что люди задавались вопросом, а почему 1,5 триллиона рублей, а почему не выдать нам в виде пенсии, не поднять нам пенсию, зачем тратить на какую-то дорогу, копать эти деньги, вкапывать, точнее, в эти рельсы? Была ли такая проблематика или нет? А к вам, Алексей, вопрос, что, опять же, по социальным ожиданиям, все-таки людей волнует вообще ценовая политика, сколько это будет стоить, потому что, как бы, мы понимаем, да, что зарплаты у всех в регионах уж тем более разные. Сравнить Москву, Петербург и там с тем же Нижним Новгородом вообще не приходится, да, и тут 1,5 триллиона рублей. И им не важно, на какой срок они размажутся, да, эти деньги, какие там будут эффекты экономические для правительства, им важно, что, вы интересует или нет, Антон?
в реальной практике были такие вопросы? Спасибо большое. Да, вопросы такие задаются всегда. К счастью, сейчас из аудитории уходит та часть людей, которые говорят, что вот эти вот 1.5 триллиона или там 4 триллиона надо, знаете, разделить на всех. Да? Таких становится все меньше. И как раз все больше тех людей, кто хочет знать, на что будут потрачены эти деньги, особенно если это деньги государственные. Вот, это, такой вопрос есть всегда, да, и вот, если позволите, сейчас надо убегать на интервью с главой госавтоинспекции, хотел бы большое спасибо Александру сказать за его призыв общаться с журналистами, просто потому что вот с нашей, как бы, точки зрения, как это все видится, формирование позитивной повестки без, скажем, даже без запросов, без вопросов со стороны журналистов, это не просто подъем уровня лояльности населения к этому проекту, это еще и сразу такая определенная, очень мощная защитная стена от всякого рода провокаций и неприятных вопросов со стороны СМИ, которые, возможно, не разобрались до конца, как бы, что происходит, и вот стараются укусить. К сожалению, такие случаи тоже есть, да, хайп ради хайпа. Вот позитивная повестка своя – это гарантия от таких вещей. И вот еще очень коротко прокомментирую вот слова коллеги относительно того, что население – это не эксперт. Население не эксперт. Вот в ходе реализации нас проекта «Безопасные и качественные автодороги» все регионы в один голос заявляют о том, что они активно работают с общественностью, дают им возможность следить и за ходом строительных работ, и за приемкой этих работ. И у меня тоже, знаете, была такая мысль, но как население, как человек неподготовленный, пусть и активный, может понять, а нормальный битум сюда залили, да, нормальный бетон, вот той марки или не той. И вчера я общался с замминистром строительства и задаю ему вопрос, а вот как же так, вот есть вообще в этом смысл? Думаю, сейчас мне профессионал-строитель скажет, что в этом смысла никакого нет, потому что люди не профессионалы. Он отвечает, это очень неприятная часть нашей работы, но это, черт побери, надо делать, надо слушать эти вопросы, даже если они тебе кажутся глупыми и наивными, хотя бы потому, что это позволяет и твой замылившийся глаз как бы, ну, перенавести его резкость, перенастроиться на объект и самому себе ответить, а правильно ли ты все здесь сделал. Ну и плюс, конечно, люди, которые задали этот вопрос, получили ответ. Как правило, самые активные люди – это лидеры общественного мнения в своем, как бы, городке, в своем районе. Они пойдут и расскажут другим, что все в порядке. Александр, у вас было желание... Да. Вы знаете, как обычно начинается самый крупный проект, да? Вы выходите, кто-то, какой-то очень большой начальник выходит и говорит, что мы собираемся вот так. Потом пресс-конференция, потом начинается вся информационная кампания, та-та-та-та-та. Но сейчас уже эта история становится рискованной, потому что народ должен входить в тему более подготовленной. Общественные СМИ, они должны понимать, о чем вы говорите, хотя бы приблизительно. Такие вот проекты, как Владивосток, как реновация, как большие железнодорожные проекты. Сейчас можно использовать нестандартные истории, например, созданием для начала дискуссионных площадок. То есть перед тем, как что-то объявляется, вы создаете дискуссию внутри самого общества. Есть бизнес-площадки, РСПП, Деловая Россия, есть народные площадки, это в том числе и Благосфера, где вы можете просто поднять этот вопрос, где люди должны ответить, да, нам это нужно. Но когда они отвечают на этот вопрос, вот тогда вы сможете уже взять этих лидеров мнений, которые говорят, да, мы готовы, да, и с ними отработать так, чтобы это была даже не ваша повестка, а чтобы это была их повестка, чтобы это была ваша совместная повестка. И вот тогда вы сможете выходить на официальное решение. Спасибо. Алексей, возвращаемся и говорим про деньги. Людям важно, почему так много, почему туда, почему не туда? У меня отчасти все-таки реакция на то, что коллеги говорили, но это такая связка с тем, что я скажу про деньги. Вот все-таки, когда мы говорим о позиционировании ВСМ, об некой общественной дискуссии, надо смотреть, какую модель ВСМ, в принципе, им предлагаем концептуально. Вот их, в принципе, две. Вот есть, ну, западная, назовем так условно, она предполагает все же некую монетизацию, то есть вовлечение бизнеса, расчет и так далее. И понятно, что это для определенного класса людей, в общем-то. Есть китайская модель, ну, тоже условно. Там деньги не играют такой роли, а это скорее инфраструктурная связанность страны. То есть Китаю важно обеспечить связь провинций, перетоки людей, ну, всех этих вот колоссальных своих человеческих масс.
Это два разных подхода. И там это все потом сказывается и на деньгах, и на стоимости проезда, и на вовлечении бизнеса и так далее. А в России, насколько я могу понять, из общественной дискуссии, не из там, кабинетной, в которую я не вовлечен, ясности, какую модель ВСМ мы хотим создать вообще-то, ну, нет. А это, ну, как я уже сказал, принципиально влияет на дальнейшие реакции населения. Теперь про деньги само по себе. Когда мы говорим там 1,5 триллиона, там еще, для населения это ничто. Но здесь надо сразу понять, население такими цифрами никогда не оперирует. И оценить, оно понимает, что это крайне много, но настолько много, что оно не может даже это все поместить в какой-то там свой рациональный дискурс. Это просто много, значит, отсюда что-то украдут. Ну, вот примерно такая реакция. Вопрос, сколько украдут и какое доверие к этой системе, в общем-то, складывается. А население судит... Ну вот, условно говоря, мы когда-то проводили такой анализ, мы оценивали, во сколько население готово страховать свою жизнь, за сколько, разные классы населения. Это примерно стоимость квартиры. Вот для населения как бы оценка жизни – это примерно равна стоимости квартиры, и это, наверное, тот максимум горизонта планирования, за который оно уже, на котором оно останавливается. Поэтому я в коммуникациях меньше всего глушил бы население цифрами. А у нас одна проблема в коммуникациях. Мы очень часто апеллируем к цифрам. Население их не считывает. Это и проблема нацпроектов, это проблема мегапроектов и так далее. Население нужно глушить, убеждать, продавать идею через социальные эффекты, через личную судьбу, через то, как оно может встроиться. И здесь для него стоимость проезда, личная стоимость, конечно, имеет гораздо больше значения, чем вся стоимость стройки. Вот вы объясните, за сколько человек доедет до Петербурга? А, не только как то есть, быстро, вариативность а цены, да? То есть, там, условно, бизнес-класс сколько будет стоить, да? То есть, конечно, он должен вместить этот проект в горизонт личного планирования, личной жизни. Желательно долгосрочное планирование. У нас нет навыка коммуникации проектов через личную судьбу людей. Вот в этом основная проблема. Спасибо. Владимир, вот объясните, пожалуйста. Итак, ВСМ сегодня есть в 30 странах мира, даже в Марокко. Мы с вами об этом говорили как-то в интервью. Скажите, пожалуйста, у них-то путь какой был? Они что, тоже создавали некие площадки? Они там рассуждали, люди, эксперты, не эксперты, надо, не надо. Они думали там, как потратить эти деньги. Они тоже апеллировали тем, что и зачастую проекты, допустим, ну, выделяется одна сумма, а по окончанию он стоит немножко по-другому. Есть там инфляция, да, есть какие-то, ну, ценовая политика, опять же, да, меняться может на те или иные мощности, например. Как, что в той же Марокко как-то вот референдумы проводили, считали, надо, не надо, опрашивали. Почему там есть финальный вопрос, а у нас нет? Ну, вы знаете, я бы не говорил так, что у них все есть, у нас ничего нету. Если мы посмотрим вообще историю крупных проектов железнодорожных, то они везде были непростыми. Те же сотрудники французских железных дорог, SNCF, рассказывали мне, как на протяжении 17 лет они не могли принять решение по поводу строительства ВСМ «Париж-Лион». Это один пример. Причем это пример такой очень успешный, потому что как только проект поехал, там все оказалось хорошо. А были проекты куда менее успешные с коммерческой точки зрения. Прежде всего можно вспомнить тот же туннель под Ла-Маншем, который на сегодняшний день никем в мире не ставится под сомнение его необходимости, его эффективность. Но если мы вспомним историю строительства этого туннеля, то это был крайне мучительный проект, такой же, как в свое время строительство Панамского канала, с большими неудачами, с банкротством, с серьезным перерасходом сметы и так далее. Поэтому в любом крупном инфраструктурном проекте есть риски. И на самом деле мы вот на этих рисках зациклились. Причем зациклились и на уровне правительства, и на уровне населения. Потому что мы боимся крупных инфраструктурных проектов. Мы просто их боимся. И это не касается только ВСМ. Потому что если говорить о примерах, о социальных аспектах, у нас же не то, что мы ныряем в какой-то черный, я не знаю, в черную пропасть. Мы прекрасно знаем, как сейчас уже функционирует и как сейчас устроено сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. И это все абсолютно счетные вещи. Они сейчас не требуют никаких серьезных допущений. Мы знаем, что мы можем за 4 часа добраться на самолете из центра одного города в центр другого города. Мы знаем, что теперь, после того, как заработает М-11, там в течение 8-10 часов мы сможем доезжать на машине между двумя этими городами.
Но здесь есть очень серьезный перелом. 4 часа Сапсан, 4 часа самолет, 8 или 9 часов автомобиль. Это одна модель поведения и одна модель возможности коммуникации. 2-2.5 часа сообщения между двумя городами. Это просто принципиально иная модель коммуникации. Это модель коммуникации фактически одного дня, когда ты можешь рассматривать для тебя вариант, что с утра ты едешь в один город, вечером ты возвращаешься домой. Сейчас этой возможности практически для широких кругов на сопряжение Санкт-Петербурга и Москвы не существует. И ВСМ должно решить именно вот эту социальную проблему, и именно вот эта социальная проблема, социальная функция позволит обеспечить очень серьезный прирост пассажирооборота. Спасибо, Владимир. Олег, вы там пока отсиживаетесь, а вопрос к вам есть. Итак, есть социальные, есть проблемы коммуникации, масса проблем. А есть ли проблемы сегодня с подготовкой тех, кто будут работать на ВСМ? Очень много молодежи сидит. У нас есть сегодня такие компетенции, чтобы их тиражировать, чтобы их просвещать? Может быть, есть понимание, что нужно их вывозить в тот же Китай, да, чтобы они научались, смотрели, как это там работает? Как сегодня РУТМИИТ взаимодействует по этим вопросам? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с тем, что мы отмечаем 210 лет транспортному образованию, да, транспортного ведомства. То есть 210 лет назад, когда Россия думала, строить железные дороги или не строить, мне кажется, рассуждения были примерно такие же. Потом появились первые университеты в Санкт-Петербурге, потом в Москве. И, как мы видим сегодня, университеты, по-моему, эту задачу решили с подготовкой кадров для крупных инфраструктурных проектов России того времени. Последние десятилетия мы находимся в таком режиме подготовки кадров для текущей эксплуатации транспорта, а ВСМ – это про развитие, понимаете? И вот тут, на что бы я хотел обратить внимание? Вот транспортная система образования и транспорт – это единое целое. Это как отражение одного и другого. Если вы утром смотрите в зеркало и думаете, надо мне развиваться, то, наверное, тот человек, который в зеркало смотрит, должен начать развиваться. И тот, который смотрит, и тот, кто отражается, развиваться будет вместе с ним. Если вам нужно развивать мышцы, нужно ходить в зал. Если развивать голову, нужно, наверное, читать книжки и так далее. А вот ВСМ – это проект, который про развитие, и развитие не только вот конкретной линии железнодорожной, развитие промышленности, развитие строительных технологий, развитие системы электроэнергетики, подвижного состава, системы сервиса, новых подходов и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы ВСМ меряем такими только эксплуатационными, операционными, экономическими показателями, то может показаться, что этот проект там недостаточно эффективен. Но когда мы посмотрим на этот проект как на проект развития, тогда мы поймем, что те эффекты, которые мы можем получить от его создания, будут сопоставимы с тем, что мы когда-то получили 210 лет назад. Поэтому, если говорить про вузы, готовы ли они подготовить кадры? Готовы, потому что вузы будут делать и стараться развиваться вместе с проектами развития. Вот сегодня у нас есть проект развития московской транспортной системы, МЦД, МЦК, и вузы готовы и способны удовлетворить эту потребность. Появляется задача сделать новую систему СЦБ, и вузы будут готовы в эту систему, в эту историю пойти. Появится задача сделать новую тарифную систему. Да, изменилось что? Мы стали ощущать как глобальную, да, конкурентоспособность. Если раньше система была достаточно закрытой, то теперь и другие вузы, не только России, но и не только вузы и компании выходят на рынок образования, подготовки кадров. Вузам становится сложнее, конкуренция растет, но тем больше она стимулирует вузы к развитию. Поэтому я бы что хотел вот подчеркнуть. ВСМ нужен для вузов так же, как вузы нужны для ВСМ.
Появляются проекты развития в транспорте, появляются проекты развития в транспортном образовании и наоборот. Как с BIM-технологиями, знаете, вот нужны BIM-технологии, допустим, в строительстве. Ну да, наверное, на первом этапе они удорожают, там, это дополнительные инвестиции. Но очевидно уже, что цифровые технологии в строительстве в конечном итоге приводят к снижению ошибок, коллизий, сокращению сроков строительства, к снижению себестоимости. Как только пойдет этот процесс полноценным ходом в строительстве, совершенно очевидно, как зеркало отразится это в учебных программах, в кафедрах и в создании каких-то центров. Но процесс развития очень сложный. Чем еще? Извините, пожалуйста, можно дополнительный уточняющий вопрос? Если это есть у зарубежных государств, вы сегодня, как ведущий транспортный вуз России, намерены взаимодействовать с этими государствами, или вы опять будете изобретать велосипедники и думать о каком-то своем уникальном пути, как бы нам развивать эту ВСМ? К вам приходят и говорят, строим ВСМ, нам нужны кадры. И что? Вы будете сами как бы эти умы взращивать? Или вы уже сейчас себе проторили дорожку? У вас же есть, опять же, обмен студентами с Китаем, да, эти практики, с той же европейскими странами, Германией. Как это взаимодействие налажено или нет, именно по высокоскоростным магистралям, или опять свой уникальный путь? Знаете, а это вопрос не только к вузам, это вопрос к проекту в целом. Проект про интеграцию с мировым сообществом или нет? Я думаю, что ВСМ невозможно построить сегодня исключительно на российском опыте. Ну, просто потому, что ВСМ уже построен за рубежом. Да? Отсюда и кадровая политика, она будет точно такой же. Мы что-то возьмем из существующей базы. Все-таки ВСМ — это железная дорога, да? Это колесо рельс. У нас 210 лет опыта в создании системы железнодорожного транспорта. Мы понимаем, как устроено земляное полотно, контактная сеть. Другое дело, что технологии, которые мы сегодня заимствуем за рубежом, строительные технологии, технологии моделирования, может быть, и другие технологии, то в этой связи стандарты данных, например, мы однозначно будем интегрироваться с зарубежными партнерами, не только с китайскими университетами, и с европейскими университетами, потому что по факту китайские университеты многое берут из европейских университетов, как оказывается, поэтому не всегда нужно идти в китайский вуз для того, чтобы понять то, что взяли китайцы у европейцев. Поэтому спасибо. Точно будет. Спасибо, Олег. Дарья, скажите, пожалуйста, когда мы говорим о новых коммуникациях, вот вы ранее сказали, что на любой проект все равно найдется негативная реакция. Так устроен человек, не только русского происхождения. Смотрите, как вы считаете, вот новые технологии, это правильно, что они вызывают подобный негатив, потому что человек это пробует, рассматривает, да, он понимает, с этим работать или нет. И всегда ли вот эта тет-а-тет коммуникация, о которой вы сказали, что там руководство или специализированные службы должны пообщаться с тем или иным работником, позволяет, что называется, его, ну что ли, завербовать на правильный путь, да, понять ему, что все не так плохо, все будет хорошо. Я к чему веду, что у нас появляется ВСМ, мы уже говорим, допустим, да, о том, что есть масса вопросов к этому проекту, и, конечно, есть негативный подтекст. В том или ином виде, ну, опять же, в тех же трениях строим, не строим, да? Здесь как работать? Надо ли вообще этот диалог выстраивать? Как вы считаете? Если мы говорим не об общественности вообще в целом, а говорим именно о работниках, о тех, кто да, будет конечно, задействован да, на предприятиях, обслуживающих в той или иной форме ВСМ, то, безусловно, разговаривать все равно нужно. И это не значит, что генеральный директор должен дойти до каждого. Да? Это значит, что на каждой площадке, в каждой точке концентрации персонала должны быть выстроены грамотные коммуникации тет-а-тет, лицом к лицу, глаза в глаза, эмоция к эмоции. Но, безусловно, мы живем на высоких скоростях, несмотря на то, что ВСМ еще не построили, скорости уже действительно увеличены, мир меняется просто колоссально каждый день. И невозможно игнорировать такие новые быстрые каналы коммуникации, да, средства связи, мессенджеры, Telegram, Facebook, все что угодно. И это есть. Мы понимаем, что каждый работник нашей компании, например, да, он по сути может быть как амбассадором бренда, да, так и тем самым котом, который замочил Аэрофлот, да, тем персонажем, который может легко выйти в эфир и быстро получить публику мгновенно, мы не успеем среагировать. Это счет даже не на минуты, на секунды. Поэтому здесь очень важна превентивная политика, то есть нужно
разговаривать еще и для того, чтобы понимать, что у людей в голове, что их беспокоит, чем они живут, дышат, какие эмоции накапливаются у конкретных людей или в коллективах. И это нужно мониторить просто перманентно, невозможно игнорировать. И я прокомментирую два слова про вовлеченность в целом. Да, это не только коммуникация. Люди, ну, зачем мы с вами ходим на работу? Даже если кто-то из присутствующих в первую очередь подумал про деньги, подумайте еще пару минут, и вы поймете, что кроме денег есть еще огромное количество других мотиваторов, которые привлекают вас в конкретном работодателе. Это не обязательно только зарплата, и не столько зарплата. Это еще возможность делать дело, которое тебе нравится, и ты делаешь его хорошо. Это получение удовлетворения от труда, от общения, от коллектива, от места, от каких-то возможностей роста, реализации. Это обучение и развитие. Это одна из ключевых мотиваций. Мы видим это, мы мониторим постоянно, социологические исследования проводим ежегодно. И вот как раз обучение и развитие – это то, что мы можем делать уже сейчас и делаем. И предприятия, связанные так или иначе с этим огромным инфраструктурным проектом, тоже должны этому уделить достаточно большое внимание. У нас есть корпоративный университет, который разработал уже порядка 20 программ переобучения, повышения квалификации. Это не значит, что не справляется система образования. Университеты путей сообщения справляются с высшими инженерными кадрами. Но есть проблема рабочего персонала, есть проблема рабочих профессий, рабочих рук. И мы эту проблему решаем сами, в том числе и мотивируя людей, давая им возможность расти и развиваться внутри, удерживая их тем самым. Спасибо огромное, Дарья. Коллеги, завершая нашу дискуссию, два вопроса каждому участнику в ровно в тех рамках, собственно, по той специализации, в которой вы сегодня принимали участие. Вопросы не современные, а они такие риторические для России. Антон, кто виноват и что делать? Если можно коротко, учитывая, что вас здесь семеро, поэтому почему нет ВСМ и что с этим всем делать? Вы первый. Нет, ВСМ, видимо, потому что пока не принято, собственно, окончательное решение главы государства. ВСМ требует очень большого количества денег и денег государственных, поэтому тут, собственно... Вы-то деньги считаете? Что, простите? Вы деньги, значит, считаете? Конечно, считаем, естественно. Мы же тоже граждане страны, мы тоже хотим знать, может быть, даже больше остальных, куда эти деньги, на что они будут потрачены. Вот, собственно, ВСМ нет ровно потому, что пока не принято окончательное решение. Вот, а что делать? Ждать, когда это решение будет принято, и работать с населением уже сейчас, разъясняя, что и ВСМ, и другие грандиозные инфраструктурные проекты – это действительно наш шанс на то, чтобы сделать этот колоссальный скачок в экономическом инфраструктурном развитии, в развитии уровня качества жизни. И не хочется, конечно, сейчас как бы нагонять страху, но это шанс, у нас их, в общем, не так много. Спасибо. Спасибо. Алексей. Ну, у нас, конечно, слишком централизованная страна, чтобы говорить, что делать, в общем-то, потому что, чтобы мы об этом не сказали, вот решение принимается слишком, ну, понятно, в одном центре. Но что не мешало бы в любом случае всему этому процессу, это, во-первых, посмотреть на него с позиции будущего, не настоящего. Во-вторых, выйти из депрессии нашего отставания, потому что отставание – это всегда некая возможность позднего старта. То же самое произошло с цифровизацией, когда мы понимаем, что Москва сейчас выше по цифровизации европейских центров. То же самое может случиться и с ВСМ. Ну да, мы начнем позже, но мы зато учтем какие-то вещи, которые были в старых проектах. Вот. И третий момент – это все-таки связать ВСМ с каким-то, ну, о чем я говорил, реальной судьбой человека, реальными запросами населения, вывести это все из сферы высокой абстракции, ну, несколько приземлить этот проект в отношении человека. Это было элегантно, но это был ответ на вторую часть вопроса. На первый, кто виноват? Даже в централизованном государстве. Виновата сложившаяся система принятия решений в Российской Федерации, если коротко. Спасибо огромное. Татьяна. Неужели я должна буду тоже сказать? Ну, тогда можно я расскажу все-таки про МЦК, потому что мне это ближе с точки зрения там, ну, экспертного по Москве. Извините, про МЦК кто виноват и что делать? Вопрос в рамках этого. С точки зрения, допустим, волонтерского движения, да, кто виноват, что сегодня волонтеры, например, в это не интегрированы? Да, но... Нет запроса. Что с этим делать? Как волонтеров туда включить?
Если все-таки, можно я тогда все равно про эти ваши высокоскоростные все равно скажу несколько слов, да? Вот я с точки зрения потребителя сейчас с вами буду говорить, и плюс еще эксперта в социальной сфере, да? Уж позвольте мне, ладно? Если вы уж про благосферу знаете, значит, вы все-таки человек немного испорченный, как фрукт в социалке, да? Смотрите, что пугает население? Население пугает ухудшение качества жизни в конкретной локации. Да? Где будут проходить эти неравенства? У них будет, а у нас не будет. И ухудшение, которое будет вот такое молниеносное, быстрое, которое первым горизонтом планирования, как сказал Алексей, будет. Да? Второе. Население все время пугает история про соотношение цены и качества. Но я не буду ничего про воровство говорить, но вы понимаете, о чем я говорю. Да? И третья вещь, которая очень пугает население, это, я не скажу абсолютное, но назову это скромно, довольно серьезное ригидность компании, которая выходит в регионе, в вопросах взаимодействия с сообществом. Да? То есть, если компания монополист, то она, считая так, как говорит Александр, давайте не будем ничего обсуждать, потому что население не является целевой аудиторией. А давайте начнем действовать, а по ходу будем рассказывать про вот эти прекрасные истории. Да? И это плохо. Вот с моей точки зрения, я не хочу сказать, кто виноват, но коммуникация, и эта коммуникация не должна быть патерналистской, это должна быть двусторонняя коммуникация между социумом и национальными проектами. Уж извините, надо придумать. А про волонтеров ответ. Не буду, виноват? Ладно, про волонтеров кто, не буду. Кто виноват, Татьяна, надо, два вопроса всем. Визуализируйте как-то в словах это, представьте. Окей. Я вам скажу, что я думаю по поводу, кто виноват. Я считаю, виновато отсутствие профессиональной коммуникации с сообществом, с людьми, со мной, конкретно с каждым человеком, который работает в регионе, живет в регионе. А вопрос цены, я тоже считаю, что это такая вещь. Знаете, вот я езжу в деревню на машине, но иногда я сижу в деревню, еду на электричке, и когда я последний раз заплатила 278 рублей за электричку, я так задумалась, честно вам скажу. А это Московская область. Спасибо огромное, отличный ответ. Ну что, Александр, кто виноват и что с этим всем будем делать? Ну, я сначала хотел бы коллеге ответить. На самом деле, я совершенно не так сказал. Я наоборот говорил о дискуссионных... А это вопрос уже интерпретации каждого из нас. Совершенно правильно. Но я должен все же поправить о том, что я говорил о дискуссионных площадках еще до начала проекта. А дискуссионные площадки означают как раз диалог с обществом. На разных форматах. Я говорил про бизнес-форматы, я говорил про народные форматы, я говорил про благосферу. Так что вы меня неправильно интерпретировали. Второе, я говорил о необходимости коммуникации с журналистами на всех стадиях. Может быть, я не так, как говорится, конкретно выразился, может быть, это моя недоработка. Но я говорил о том, что коммуницировать надо всегда, везде, со всеми, и только тогда проект полетит, или, по крайней мере, часть сообщества, которая не понимает проект, она будет на твоей стороне. Теперь кто виноват? Я хочу вообще уйти от этого вопроса. Нет, у нас честное правило, они для всех. Нет, я как раз хочу выделиться, я хочу уйти от этого вопроса, потому что как только вы начинаете искать виноватых, то никакой проект никуда не полетит. Вы просто не начнете даже обсуждать его. Вы начнете обсуждать сначала, кто виноват в этом проекте, потом зайдете в другие проекты и перейдете в общество философии. Поэтому а что делать? Очень просто. Объяснять населению, начинать строить и делать так, как это было, например, сделано Москва-Санкт-Петербург. Есть Сапсан. Вы помните, какие были проблемы? И тоже искали виноватых, и тоже искали, а зачем это надо, а это у вас не полетит, не поедет. Значит, кто виноват, убираем сразу. Потому что мы очень любим все время обсуждать, кто виноват. И поэтому до дела иногда не доходит. А вот что делать? Нужно работать. Нужно садиться и работать каждому по своему профилю. Коммуникационной группе объяснять населению, специалистам идти объяснять правительство и другие органы государственной власти и бизнесу. Тем, кто занимается волонтерами, идти в вузы и создавать программы по привлечению волонтеров. У нас хорошие волонтерские в стране программы, и очень многие, я вот работаю на различных форумах, вижу, как волонтеры работают. Сам занимался волонтерами на саммите АТЭС в 2012 году. Программы рабочие, чемпионат мира по футболу показал, что все программы работают, в том числе и по привлечению волонтеров в бизнес-структуры или монополии. Наставничество у нас никто не отменял. Хорошо, все-таки уточнение. Если мы не отвечаем, вы не отвечаете на вопрос, кто виноват, можно сказать, что все-таки проблема в том, что ВСМ у нас нет, где-то кроется. И это не только проблема денег. У нас будет ВСМ.
Спасибо. Ну что ж, мы так встретимся. У нас нет, кто виноват. Будет. Хорошо. Владимир, если исключать, вы ранее сказали, что не все так плохо у нас, я это уже поняла. У нас развивается крупный проект, у нас развивается скоростное движение. Все-таки кто виноват, что нет именно скорости 450 км в час в Российской Федерации? И что со всем этим делать в ближайшие годы, а может быть и десятилетия? Вы знаете, у меня есть два ответа. Один такой немножко шуточный, второй абсолютно серьезный. Значит, шуточный ответ: виновата компания Siemens и российские железные дороги, потому что в свое время они предложили промежуточную технологию, снизив скорость поездов Велара с 350 км в час до 250 и запустив Сапсан. После чего, значит, у очень многих появилось такой соблазн на этом и остановиться, потому что это тоже неплохо. Вот сейчас многие приняли это за серьезный ответ. Нет, это скажем, это была шутка. Это была шутка, да. Если говорить серьезный ответ, то здесь я уже говорил, я полностью присоединяюсь к Алексею Леонидовичу Кудрину. Мы просто должны выполнять планы. Понимаете, если к президенту пришел очередной эксперт с очередной инициативой, и президент это озвучил, это не повод для того, чтобы останавливаться, не повод для того, чтобы шарахаться в другую сторону от тех планов, которые утверждены документами, утверждены в том числе указами президента. И поэтому, если говорить, что делать, у меня плавно переходит вопрос, работать в соответствии с ранее принятыми планами. Потому что, я еще раз говорю, у нас почему-то восприятие идет следующее. Если президент страны сказал, что к нему пришло письмо за подписью генерального директора РЖД Белозерова и исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга с предложением строить ВСМ Москва-Санкт-Петербург, то, видимо, мы бросаем все остальное. Ничего подобного. Проектные работы как велись, так и ведутся на других участках. Если обращено внимание о том, что мы параллельно хотим запустить второй проект, это не повод бросать, останавливать работу и метаться. Вот главное, что нам не нужно делать, это не нужно метаться, потому что мы здесь очень много сегодня обсуждаем проблемы с населением, и я понимаю, но мы опять немножко бежим, с моей точки зрения, впереди паровоза. У нас будут через пару лет очень серьезные проблемы с населением, когда начнутся землеотводы под ВСМ, потому что вот тогда действительно будут проблемы и придется работать с населением. Сейчас у нас нет проблем с населением, потому что если вы посмотрите любой опрос, в том числе то, что делал ВЦИОН там, в позапрошлом году, в прошлом году, у нас положительное отношение населения к ВСМ. У нас отрицательное отношение будет, вот как совершенно справедливо говорили коллеги, к вопросам конкретных землеотводов. Но мы не дошли пока до этой стадии. Спасибо, Владимир. Дарья, кто виноват, что делать? По коммуникациям будете отвечать, так что давайте. Марьяна, ну, вы, конечно, провокатор, но я вам такая роль. Не поддамся. Я вообще, честно говоря, готова оспорить постановку вопроса, а кто сказал, что кто-то в чем-то виноват? То есть если проект не двигается с такой скоростью, как хотелось бы, это не значит, что он двигается плохо или неправильно. Это значит, что он серьезный, мощный, масштабный, требует глубокой проработки, и в ходе его реализации возникают какие-то новые аспекты, к которым нужно относиться очень внимательно. И в этой связи мне кажется, что бросаться кого-то срочно обвинять, но это не совсем конструктивная позиция. Все происходит своим чередом, и проект точно реализуется, я уверена. Я как раз вот тот человек, который не верил в то, что во Владивостоке построят мосты. В момент начала строительства я жила там, у меня офис был с видом на залив, я видела, как это происходит, я не верила, мы делали ставки, мы замеряли линейкой вот это отражение в окошке, как сближаются две точки этого моста. Мы сделали ставки, когда он рухнет, когда он разрушится, сгорит, сломается. И тем не менее, мост есть, все довольны, счастливы, прекрасно теперь добираться из любой точки. На русский можно попасть по дороге, не нужно ждать паром, который постоянно отменяли в случае непогоды, а непогода и шторма во Владивостоке – нормальное явление. То есть вот, ну, все идет своим чередом. Караван Спасибо. Идет. Спасибо, Дарья. Олег, к вам последнее
немножко его переделаю. Виновата ли российская транспортная наука, что у нас сегодня нет высокоскоростной магистрали, и что будет делать российская транспортная наука в ближайшие 210 лет для того, чтобы все-таки эта ВСМ у нас появилась? Знаете, я отвечу, наверное, очень коротко. Виноват тот, кто продолжает жить поговоркой «семь раз отмерь, один раз отрежь». Нам уже надо перестать мерить, думать и начать резать. Вот транспортная наука, она будет в ближайшие 210 лет развиваться при условии, что мы начнем что-нибудь делать. Спасибо. Коллеги, огромное спасибо всем вам. Как мне кажется, мы обсудили самые разные аспекты той самой будущей высокоскоростной магистрали. Очень хочется, чтобы, вот как сказал Александр, будет у нас ВСМ, и как бы, какой бы ни был негативный подтекст или какой бы ни был положительный, важно, чтобы мы ехали, ехали быстро и с комфортом. Мне кажется, эргономика имеет ключевое здесь значение. Пусть каждый из нас все-таки дождется этой высокоскоростной магистрали, но важно еще понимать, кто... Точнее, сколько мы все с вами за это заплатим. Спасибо всем огромное за эту дискуссию. Спасибо, что вы пришли и были живым залом. У вас были чисто яркие, откровенные глаза. Спасибо всем большое. Спасибо.